Но и в начале о космической угрозе. Астероид Апофис все ближе к Земле. Пик сближения, по прогнозам ученых, произойдет в апреле 2029 года. Известна даже точная дата – это пятница 13-е. Впервые глыбу весом более 200 миллионов тонн засекли в космосе 8 лет назад. Тогда вероятность столкновения с нашей планетой оценивалась как максимальная. Сейчас же астрономы уточнили траекторию полета космического булыжника, и оказалось, что астероид промахнется и пролетит примерно в 40 тысячах километров. Но это ничего хорошего не сулит. Апофис может столкнуться со спутниками, которых на этой высоте несколько сотен. Абсолютно точно в тот раз он не заденет Землю, но пролетит ближе, чем геостационарные спутники, и в 10 раз ближе, чем Луна. Он же будет продолжать сближаться с ней снова и снова, примерно каждые 8 лет. И когда-то столкновение возможно. Его размеры составляют 270 метров. При столкновении он будет двигаться со скоростью примерно там, 13 километров в секунду. Столкновение такого тела с Землей приведет, во-первых, к образованию большого кратера. Это может представлять собой региональную катастрофу. Ученые ищут способы остановить Апофис. Одни предлагают изменить его траекторию с помощью ракетного двигателя, другие – протаранить лобовым ударом космического корабля. Ну а специалисты из НАСА хотят повторить подвиг героя Брюса Уиллиса из фильма «Армагеддон». Причем в лаборатории виртуальной реальности уже отрабатывают приземление на астероид.